эвакуации. Тогда были отправлены 2500 человек. Бессмертный полк обещает стать самым масштабным в России. В прошлом году народная акция прошла в Барнауле и еще в нескольких городах и районах края. А в этом году полки собирают уже по всему Алтаю. Сейчас идут горячие бои, сижу в блиндаже, а кругом рвутся снаряды. Письма старшего брата Вани Валентина Назьмова перечитывает часто. На войне жительница Шипунова потеряла и братьев, и отца. Под Ленинградом. Вот. И налетели вражеские самолеты, и начали бомбить. И разрывная пуля попала ему в живот. Но теперь ее родные снова в строю. В этом году их портреты пронесут в День Победы в райцентре Шипунова. Своих фронтовиков бессмертный полк сейчас записывает и в соседнем небольшом селе Красный Яр. Фотографии бойцов, что в далеком 40-м уходили на фронт из этой деревни, собирали по всей стране. Мы обзванивали всех родных, умерших фронтовиков. И это Новосибирская область. И казахстанский тоже край. И, в общем, во многие районы мы тоже звонили, отправляли письма и прислали фотографии. В ракетах Михайловского района нашли снимки уже почти всех своих фронтовиков. И открыли в школьном музее целую галерею. Бессмертный полк шагает раз в году, а здесь герои всегда будут в строю. Даже к этим маленьким портретам, которые были выставлены, все несли цветы, с такой благодарностью отнеслись. Чтобы записать своего солдата в бессмертный полк, зайдите на сайт проекта мойполк.ру. Там появилась карта Алтайского края со всеми его районами. Выберите тот, где живете, расскажите историю своего героя и смастерите плакат с его фотографией. В этом году народная акция пройдет даже в маленьких селах. Пусть там соберут не полк, но хотя бы бессмертную роту или небольшой, но геройский взвод. Галина Сиуха, Ирина Кириловская, Екатерина Дик, Вести Алтай. Лесов на Алтае станет больше. В Алтайском семинаре